Этим чудеснейшим сентябрьским днем я приветствую вас на канале Аленин сад в видео, где я покажу мой сад в сентябре. Традиционное видео, помесячный обзор сада в природном стиле. Для тех, кто впервые на моем канале и впервые попал на подобного рода видео, хочу сказать, что у меня есть книга, которую я написала в прошлом году, конкретно про этот сад. Называется она «Сад в природном стиле». В этой книге вы найдете всю информацию и о том, как появились сады в природном стиле, что это вообще за направление такое, чем оно отличается от других стилей, и о том, как ухаживать за подобным садом, и, конечно же, весь список растений, которые есть у меня в саду, с латинскими названиями. И описание по сезонам, посезонное описание, как цветущие растения сменяют друг друга в течение теплого времени года в моем саду и даже зимой, каким образом они украшают сад. В общем, подробнейшая книжка, очень красивая, с прекрасными фотографиями, на хорошей бумаге, подарочный вариант. Очень даже рекомендую, потому что сейчас погода прекрасная, но уже очень скоро придет неприятная серая осень, а потом холодная зима. И именно в этот период приятно полистать подобные книжечки. И мне тоже. И да, сегодня 24 сентября. А я вот все еще по-летнему одета. В этом году лето у нас 5 месяцев продолжается. 5 летних месяцев. Никогда в своей жизни я не жила в подобных условиях. Мне, конечно, это очень сильно нравится. Я бы хотела, чтобы осень не наступала.
И так, немножечко станет прохладнее, ну, плюс 17. И до марта. А там сразу плюс 20 опять снова будет. Мне бы этого очень хотелось. Ну, а если без шуток, то это что-то абсолютно экстраординарное. Сентябрь побил все рекорды всех метеорологических наблюдений. И даже немножечко становится страшновато, что там нас ждет впереди, потому что мы в таких условиях никогда не жили, и это немного пугает. Как говорится, за все хорошее нужно расплачиваться. Надеюсь, что зима будет без неприятных сюрпризов. С приятными сюрпризами я согласна на зиму, а вот вдруг там будут какие-то морозы под минус 50 или какие-нибудь огромные сугробы высотой с меня будут в нашем городе. Не хотелось бы, честно говоря. Ну, как будет, так будет. Будем посмотреть. Жизнь продолжается, а пока что наслаждаемся, вот в полной мере наслаждаемся солнцем. Сегодня нам обещают плюс 25, и на солнышке приблизительно такая температура и чувствуется. Хочется лечь на шезлонг и позагорать в этот день, и больше ничего не делать. Но хочется и показать красоту моего сада. Кстати, не забываем ставить лайки, подписываемся на канал Аленин Сад. Ну, сколько можно уже? Ну, почему вы до сих пор не подписались? Я не понимаю. И пишем комментарии. Если сказать нечего, ставим просто в комментариях. Опять же, пальчик вверх или плюсик, или пишем сад в природном стиле. И вам не сложно, и мне очень приятно. Итак, добро пожаловать в мой сад в сентябре. Традиционно начну от калитки, но сегодня от калитки солнце получается сразу напротив, поэтому будет не очень хорошо вам видно против света. Здесь у меня дербеник, который отцвел. Есть у него все-таки ограничения по цветению. Я думала, что он может цвести бесконечно. А нет, не может. Осень, теплая осень его победила. И он доцвел вот до конца. Но зато зацвели астры. Я подвязала их в прошлый раз все такие. И получилось неплохо. Но астру я еще вам покажу несколько раз сегодня. А вот осеннюю ромашку только сейчас. Вот она выросла высотой до высоты калитки. Шикарно смотрится на фоне голубого неба. Классический вид. Ромашка на фоне голубого неба. Выше меня очень сложно из-за этого наблюдать. За ней сверху получается. И то, что у нее внизу. Это такие оголенные стебли, которые, конечно, не покажешь в миксбордере где-то на виду. Но высота растения не позволяет, конечно, на передний план его высаживать. И в этих ножках у меня посажен безвременник. Он уже, к сожалению, отцветает, потому что в этом году он зацвел в конце августа. Вот такая идея тоже. Берите на вооружение. Высаживать безвременник в ноги к многолетникам каким-нибудь. Потому что у него сначала листья, ранней весной отрастают зеленые красивые листья, довольно крупные. В то время, когда многолетники еще только просыпаются. Когда вот эта ромашка, она еще в виде коротеньких, маленьких, зелененьких побегов. И они не мешают друг другу в этот период. Потом листья безвременника постепенно отмирают. И осенью, вот, когда оголяются стебли многолетника, мы можем наблюдать среди них красивые сиреневые цветочки. У меня безвременник самый обычный, видовой, не сортовой, поэтому он такой не самый красивый. Есть сортовые безвременники с крепкими цветоносами, которые не падают вот так, с более яркими крупными цветками.
Ну, этот кто-то выбросил, я подобрала, посадила, и вот уже несколько лет он меня радует. А это главное. И здесь сныть завяла. Да, и обнажилась хоста, лилейник. Это все я буду, не знаю, правда, когда разбирать, перекапывать и рассаживать, для того, чтобы вот очистить эту половину клумбы от сныти. Там вдали снова безвременник, астры и яблонька. Вот на палку подвязана яблонька, которая у нас из семян выращена. Даша ее посадила давным-давно, уже много лет ей. Только сейчас она стала заметной. Даша даже уже забыла, что она сажала яблоньку, сеяла. Здесь рудбеки, лилейник. Флоксы уже, конечно, отцвели, но в Калиновке, между прочим, у меня такой шикарный цветущий куст сейчас цветет. Очитник, великолепная герань, шикарно смотрится. Вот то, что я очень люблю, говорю вам об этом в каждом видео фактически. Ну, манжетка, конечно, похуже. Но если бы я срезала вот эти сухие соцветия, она бы выглядела получше. И яблоня. Это сорт Лигол. О, даже целых три яблока на ней в этом году. К сожалению, подгрызают водяные крысы или полевки корни у яблони. Поэтому яблони здесь очень-очень плохо растут. Вот две яблоньки. Одна Дашина, другая Дианина. Но на Дашиной, вот этой большой, в этом году было очень много яблок. Наверное, 5 литров. Они очень маленькие вот такие. И очень-очень сладенькие яблочки. Летние. Они созревают уже в конце июля, в начале августа. Но этой яблоне уже 12 лет. О нет, не 12, 10. 10 лет. И за 10 лет она вот такая вот маленькая. Хотя в других условиях это было бы уже гигантское дерево. Также и этой яблоньке уже 6 лет. Но ежегодно крыса сжирает корни, так что растение чуть ли не падает. За лето там что-то отрастает, закрепляется. Ну и история потом снова повторяется. Здесь условия вообще не для плодовых культур на этом участке. Что бы вы ни говорили и не писали, вы не знаете этих условий так, как я. А я их знаю уже 10 лет. Перепробовала здесь уже все. Все знаю об этом участке. Все ведаю. Итак, сейчас переключусь, покажу с другой стороны входную зону. Так выглядит выход с участка. Не знающий человек даже и не сообразит, где выход, куда идти на выход. Потому что идея такая и была, спрятать вход и сделать некоторую загадку. Когда мы заходим на участок, мы уже идем через растительность, уже видим что-то интересное, очень густую растительность. А потом выходим на большую поляну светлую. И вокруг нас много-много красивых растений, оказывается. И идея рабочая, мне она очень нравится уже много лет. Вот так выглядит вход, конечно. Вот это астра или мелколепестник, они не должны так лежать, свисать. Тоже нужно поставить подпорочки. Но тоже неплохо. И про эту астру. Здесь она повторяется несколько раз. В этом году очень красиво цветет, потому что нет дождей. Мало того, что очень теплая осень, она еще и очень сухая. Дождей нет. И поэтому все растения выглядят очень опрятно, аккуратно. Но вот я сейчас смотрю и думаю о том, что я вижу только один сорт астры, хотя у меня здесь их было три. Куда делись остальные? Вопрос. Я их совершенно не вижу. Были с белыми
Ага, вот на другой стороне я вам покажу с белыми цветочками в одном месте только. А почему здесь нет? Куда они делись? Никто им особо не мешал, либо нет. Но это вот загадочно, загадочно для меня даже. Ну, это не так все страшно, потому что я не тот человек, который занимается коллекционированием растений массово. А массивы одного и того же, массивные посадки одного и того же растения всегда выигрышнее смотрятся, чем одиночные какие-то, как в ботсаду, да, вот еще с табличками. Вот это здесь, это здесь, это здесь, и 20 наименований. Вперемешку с астрой рудбеки. Где-то я ее высаживала, а где-то она выросла из самосева. И сейчас это выглядит довольно естественно, как будто это где-то в лесу, в прериях обычно. Это растение прерий, как будто все вот так оно должно было расти. И, конечно же, мискантус и малиния. Это что-то потрясающее в этом году. Они еще круче себя показывают, их хочется еще больше посадить. Если в прошлом году меня восхищали малочисленные метелочки мискантуса здесь, то в этом году их стало больше. И в октябре, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть их в октябре. В октябре это будет великолепное зрелище. И вообще, вы не поверите, но в октябре этот миксбордер будет смотреться шикарно, потому что все будет в желто-коричневых тонах, очень симпатичных. И малиния, я верила в нее, что она выстрелит своим фонтаном, и она выстрелила. А в чем проблема могла быть? А растение само по себе низкорослое, это злак с невысокими листьями. Вот видите там, вот такое оно. И, конечно же, его хочется посадить на передний план, потому что, ну, высота полметра максимум, и логично было бы посадить его куда-то на передний план. Но я-то знаю, что цветоносы, вот эти метелки, будут высотой под 2 метра. И на переднем плане бывает это не очень приятно. Хоть возможно, позже я вам покажу, как это выглядит. Хоть и возможно. Вот. И я беспокоилась, что другие растения ее подавят, и она не будет смотреться хорошо так глубоко посаженной в миксбордер. Но мои опасения были напрасны. Видите, что все прекрасно получилось, и она идеально на своем месте находится. Просто вот там она и должна быть. Но, может быть, хочется ее поддержать. Может быть, нужно куда-то еще подсадить. Или это слишком много уже будет? Пишите в комментариях, как вы думаете. Вот здесь у меня малиния. Может быть, еще куда-то сюда посадить. Да, мне кажется, вот сюда. Даже, может быть, и на передний план. Если ее посадить, они будут друг друга поддерживать. По расстояниям. Или вот туда, чуть дальше, на одном же расстоянии посадить ее. Тогда будет хорошо смотреться еще и с мискантусами. В общем, пишите ваше мнение в комментариях, почитаю, будет очень интересно. И на заднем фоне уже отцвел гелениум, который был солистом в августе. А что там у меня еще было? Девисил. Что-то еще было, не помню. Флокса, было много флокса. Все это уже отцвело. И самый-самый задний план – это дерен, у которого желтеть начинают листочки и формируются ягодки и местами цветочки, потому что растение сходит с ума от такой погоды. Посмотрим, что будет дальше. Очень хорошо разросся. Калина тоже прекрасно выглядит. Отсюда, правда, плохо видно. Скоро я соберу ягоды. Заметила сейчас, как много ягоды. Это будет первый урожай на этой калине. И бузина черная, которую нужно будет обязательно подрезать, потому что в этом году она уже выглядит как-то очень плохо. А за бузиной, вот среди ее веток, вы видите дерен, который вырос из ветки. Я стригла дерен с другой стороны и бросила туда
эти ветки. Одна ветка приросла к земле, так она там и осталась. И вот изо всех сил этот дерен старается стремиться вверх. В принципе, можно подумать и посмотреть, как они будут друг с другом сочетаться в будущем, как они будут уживаться на этом месте. И, может быть, бузину полностью срезать. Она будет давать молодую поросль, а дерен будет постоянно уже как-то так вот сзади давать еще дополнительный фон. Ну, в общем, здесь есть место для эксперимента. И такой же дерен растет у меня под этой ивой. И там я его все хочу выкопать, убрать, и все никак не сделаю это. И получается, вот сейчас получается, что у меня два одинаковых дерена с бордовой корой растут по углам этого миксбордера. Может быть, из этого даже что-то интересненькое можно сделать. И ива, которую я не стригу второй год, вот такой огромной высоты, она выросла, и все, и больше она уже не может. Сила притяжения земли сыграли мне на руку, все, выше она не растет, и начали отрастаться боковые веточки. Отрастать боковые веточки на этих больших прутьях, формируя такую красивую округлую крону на длинных-длинных голых побегах. И это так интересно, это так симпатично, на мой взгляд, выглядит. Но хочется сделать с ней что-то еще. Я прореживала эти ветки весной, ставила 2/3. И сейчас я вижу, вот они разной толщины. Есть, которые потолще, есть, которые потоньше. И вероятно, что следующей весной самые тонкие ветки я снова вырежу и оставлю только самые толстые. И мы посмотрим, к чему это приведет в конце концов. Что будет с этим деревом в конце концов. Я очень часто ее снимала в моих обзорах. И за почти 10 лет можно сделать интересную нарезку, как росла эта ива, как она формировалась и что из этого получилось. А посадила я ее, просто воткнув прутик в землю, гуляла по участкам, увидела интересное растение с красивой корой. Это была ранняя весна, и у нее была бордово-сизая кора. Мне она очень понравилась. Я воткнула этот прутик у калитки. И даже подумать тогда я не могла, что этот прутик станет очень важным элементом этой композиции. Он станет просто центральным элементом, вокруг которого все и крутится. И на эту сторону переходим, на эту клумбу. В центре бузина черная сортовая, которая тоже в этом году почему-то почти погибла. Выглядит очень плохо. Но прелесть бузины в том, что это кустарник, и можно опиливать сколько хочешь. От этого будет оно только хорошеть. И обязательно буду это делать, обновлять растения. И здесь осталось из цветущих растений вот только это рудбеки и астра, которую я вам обещала показать. Вот эта красивая беленькая астра, которая потом розовеет. Когда цветают цветочки, они розовеют, становятся сиреневыми, даже довольно темными. И от этого кустик выглядит очень красиво, декоративно, потому что на нем разных оттенков соцветия одновременно находятся. Очень красиво. Это только начинает цвести. И вот такие же росли у меня и на миксбордере. Я не знаю, почему их сейчас там нет и куда они делись. Ну, остальное здесь уже все отцвело, поэтому снова просто зеленая масса. И подсолнечник Максимилиана, или многолетний подсолнух, как я его называю, развалился, завалился. Его-то я подвязать и не успела. Хоть я вам и говорила, что нужно бы это сделать, но так и не сделала. Ничего страшного, он никому не мешает. Все равно здесь еще недоделанный кусок. Тоже думаю о том, как мне быть и на какое время года переложить эту работу. Просто проблема в том, что я очень теперь занятой человек. Огромное количество времени уходит на разные дела. И
и на сад остается просто самый-самый минимум. В основном я занимаюсь здесь только поддержанием того, что есть. И, как вы заметили, в этом году даже не покупала никакие растения, ничего нового не высаживала и, в принципе, не планирую. Но некоторую переделку все-таки нужно будет делать, довести до ума. И вот на заднем фоне астра великолепная, огромная, красивая, фиолетовая, но ее больше видят мои соседи, чем я. Это другой вид астры. И немножечко посмотрим на эту сторону. Теплица, конечно, не впечатляет своей красотой, но зато в ней растут отличные перцы, и видео уже есть на канале. Там, кстати, еще не весь урожай собран, и кое-что еще предстоит собрать с такой погодкой. Но сейчас я вам хочу показать перед теплицей. Я тут тоже немножко начала уборочку. Знаете, как говорится, хоть немножечко, по чуть-чуть каждый день делать, и будет тогда результат. Вот отсюда убрала контейнеры, которые стояли несколько лет. И сюда я перекопаю эту почву. И сюда посажу крокусы. Куплю много-много крокусов и посажу. Весной здесь оттаивает местечко одним из первых. И мы будем наблюдать яркую, красивую полянку из цветущих крокусов. Может, еще что-то посажу, не знаю. Тюльпаны не посажу, потому что для них здесь слишком сыро. Кстати, забыла показать астру агиротовидную. Вот как она цветет и как она отцветает. И после цветения формирует семена. Вот такие пушистики получаются. Много-много семян. И в октябре все уже отцветет, и все будет покрыто только этими пушистиками. И это тоже смотрится очень декоративно. И я уже говорила в прошлом видео, что, ну, наверное, я весной буду пересадку делать, потому что на моем участке здесь слишком сырая почва для осенних или августовских даже пересадок. Это уже на своем опыте я знаю, что лучше пересадки все делать весной. И вот этот вот фломис весь у меня уйдет. Не знаю, куда, правда. Куда его пересадить, его так много. А здесь все я засажу этой астрой. Они будут прекрасно смотреться с вербеником, с этой астрой, с мискантусом. Ну, кстати, здесь пока еще ничего не посажено. Можно посадить и малинию. Место свободно. Малиния будет... О, да, кстати, будет очень красиво смотреться у ее листва, малинии. Вот это вот острые листочки здесь будут хорошо смотреться с этими всеми остальными цветами и листьями. И с этой стороны солнце. Солнце прямо напротив, поэтому домик кажется черным. Все такое темное, плохо видно. Ну, сейчас я развернусь. Потому что свет на клумбы хорошо падает, зато клумбы будут вам видны очень хорошо. Ой, слов у меня нету. Любуюсь, когда есть возможность, я своим творением, этой клумбой возле домика, розовая она у меня называлась, получается, если лицом к домику, с правой стороны. Самая безуходная и при этом все время красивая декоративная клумба. Небольшая прополка. 2-3 раза за сезон. Растения здесь все крупные, поэтому они подавляют сорняки. Это не значит, что там нет сорняков. Они там есть, но очень маленькие. Чахлые, задавленные вот этими монстрами-гигантами. Вот пример малинии, которая посажена на переднем плане. И так как ей тут солнышко достаточно, тут даже, наверное, с метр высотой листья, не полметра. Довольно высокие выросли. Но это только ближе к концу лета происходит, поэтому ничего. В принципе, смотрится неплохо. Перед ней растет еще одна астрочка, которая вот до сих пор еще не зацвела. Не каждый год она зацветает. Видимо, я не знаю даже, почему так происходит.
Когда очень рано выпадает снег и заморозки очень рано случаются, я думаю, вот, она не успела, ей не хватило времени, там, и она замерзла, ей было холодно и так далее. Но в этом-то году что не так? В этом году что не так? Короткий день нужен ей, наверное, очень короткий. Очень-очень короткий день нужен, чтобы зацвести. Малиния зацепилась. Вот, поэтому очень редко мы видим ее цветение. Прекрасно разрослась здесь примула, будет весной очень хорошо цвести. И на второй заход пошла цвести астильба. Это вообще редкость, конечно. Но это факт. Вот она цветет, белоснежный сорт. Очень красивая. Камера, давай, 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 камера. Молодец, камера. Симпатичный, красивый цветок, который напоминает нам о том, что лето было в этом году. Клематис. После цветения он как-то перестал расти. Эхинацея, которая здесь очень плохо себя чувствует. В прошлом видео говорила, что она в конце концов погибает. И в комментариях мне написали, что ха-ха-ха, рудбекия, эхинацея одно и то же растение. Вы говорите, значит, рудбекия хорошо себя чувствует, эхинацея погибает. В общем, я дура, а вы умный, товарищ комментатор. Мне это поражает, потому что вы сидите в интернете, можете вот зайти в Google, в любой сайт по систематике растений и разобраться, кто есть кто. Кто эхинацея, кто рудбекия. Посмотреть современную систематику. Да, раньше эхинацею относили к рудбекии. Теперь это больше не так. Это разные растения. В любом случае, род рудбекия насчитывает сотни, скорее всего, видов. И рудбекия, которая у меня там, растет флавида, по-моему, и эхинацея – это разные виды. Разные виды, они могут предпочитать разные условия обитания. Горец сочевидный – это моя любовь, это сказка, это мечта, это муза поэта. Цветет все еще. Смотрите, как он высоко вырос и как он великолепно сочетается со злаками. И вообще вот это сочетание малини и мискантусов и горца – это моя любовь. Это навсегда. И сделать какие-то большие посадки, но сочетая их вот так вот друг с другом, чтобы они рядом росли, да, то есть такими кластерами высаживать. Потому что они поддерживают друг друга. То есть этот горец, если бы он рос где-то в каком-то другом месте, а не в этом, где с одной стороны мискантус, с другой стороны опора деревянная, то он бы завалился. Не выдержали бы вот эти тонкие длинные соцветия, мне кажется, без опоры. И упали. А так все стоит, все прекрасно держится. Мискантус маленький фонтан на переднем плане и сзади. На заднем плане мискантус большой фонтан. Гроссе фонтане, кляйне фонтане назывались эти сорта, когда я их покупала. И в прошлом году там около 3 соцветий было у большого мискантуса. В этом году вот их сколько много. Скоро они распушатся. И это будет что-то невероятное. Это будет... так красиво, что мое сердце будет разрываться от этой красоты. Но, в принципе, то же самое я испытываю и сейчас, сегодня, снимая для вас, показывая, рассказывая о моих растениях. Специально выбирала солнечный денечек для того, чтобы все это выглядело еще лучше. И на заднем фоне пасконник, астры, вейники. И уже отцвевший гелениум. Вот. На этом заканчивается эта сторона, на которую так много времени потратила. И здесь у меня есть еще красота. Это, конечно же, очиток. Сейчас это называется очитник, более правильно. Здесь у меня живучка выползла.
на площадку из коры. Смотрите, как она красива, как река. Тут два разных сорта. Два сорта живучки. И они как будто соревнуются, кто кого. То есть там вот в глубине один сорт с темной листвой. И там он тоже, он более живучий, неприхотливый. Вот эта розовая бургундия, по-моему, сорт называется. Она более нежная. Я уже вам говорила в прошлом видео, что растения с мутациями, которые приводят вот к таким неправильной окраске с белыми пятнами, они более слабые. Не такие они крепенькие, здоровенькие, как растения с листьями темной окраски. То есть антоциан, он является природным защитником растений от всего. От температуры высокой, низкой, от каких-то радиаций слишком сильной, солнечной, например. Ну вот. А полное отсутствие окраски, да, то есть мы не видим пигмента там, где белый лист, там нет пигментов, даже хлорофилла нет. Это наоборот порождает слабые, довольно изнеженные растения, которые гибнут. Чихнешь на них не так, они уже и погибли. Поэтому вот эта розово-листно-белая живучка, она не такая уж и живучка. Еле-еле размножается. Но вот здесь ей что-то вот прям очень понравилось выползти на эту кору. Смотрите, какие корешочки. Какие хорошенькие корешочки. Как я люблю молодые корешки, я не могу. Мне очень нравится, вот когда так что-то куда-то ползет. Ищет лучшей жизни. Барахтается. Это красота. В контейнер я посадила самосев этого злака. Это однолетник в моих условиях. И дает самосев с площадки с корохи. Я собрала эти растения, сюда пересадила. И теперь у меня красивый осенний контейнер. Почему бы нет? Мне очень нравится. И на заднем фоне гортензия. Метельчатая ванила фрайс окрасилась уже в свой правильный цвет, очень темный. И пасконник, высоченный красивенный пасконник, дополняет эту композицию. И вот если отсюда смотреть с площадки, с видовой точки, мы видим вот такую красоту. И я сейчас еще пойду покажу вам эту клумбу с другой стороны. Там тоже бывает много интересного. И так я смотрю дальше, 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 дальше. Смотрю на свою коллекцию в ведрах очитников великолепно, которые себя чувствуют. И перехожу на эту сторону. Пока я снимала все остальное, отсюда убежало солнышко. Ведь когда я пришла, оно тут еще было. Ох, жалко, жалко. Посмотрим на контейнер. Я его сюда сдвинула специально. На него солнце так чудесно падало. Надо было сразу снимать. Тоже этот злак у меня без названия. Из самосева. Сюда был посажен без полива, без ухода. Он сам по себе вырос. Там, кстати, овсеница сизая тоже из самосева взошла в этом контейнере. И горец ползающий. Смотрите, как он далеко уже разбросил свои побеги. Вот какой длинный побег. Я его в июне привезла из Португалии. Несколько вот таких коротеньких отросточков. Уже рассказывала, тоже показывала его в этом контейнере. Видовое название не знаю. Но я говорила про то, что если он перезимует, то я буду счастлива, потому что растения мне нравятся, и мне нравятся вот такие ползучие, неприхотливые, очень агрессивные, но очень красивые растения. Сныть в их число не входит. И дальше, что у нас здесь? Манжетку облюбовала Соня, она на ней прекрасно себя чувствует, загорает, лежит, мягко ей, потому что манжетка же мягкая.
Мискантус в этом году тоже с этой стороны набрал силу и выбросил несколько метелочек. В прошлом году, по-моему, здесь не было ни одной, а в этом году будет 6. 6. В будущем будет еще больше, и это будет такая красота. Здесь ирис восточный уже, созрели у него семена. Очень крепкие коробочки. Давайте посмотрим, что там внутри. Жучок. Вот какие семена. Самосев он, кстати, никогда не дает. Я не видела его самосева. Что ему для этого нужно, я не знаю. Но вот эти соцветия сухие, они стоят до весны. Листья укладываются на землю, а соцветия стоят очень прочно, крепко, вертикально. Да, эту клумбу я тоже пропалывала буквально 3 раза за сезон. И медуница, спирея, астра, мелисса лимонная. Очень симпатичное, между прочим, недооцененное растение. Очень красиво смотрятся ее побеги. Мне нравится. Примула, астильба. Там, кстати, ягода черники надо съесть. Мискантус, рудбекия, астры. В общем, много-много простых, неприхотливых растений, которые как-то неплохо стали сочетаться у меня здесь. Совершенно не требуют от меня ни ухода какого-то, подкормок, там, каких-то обрезок сложных, мудреных. Ничего, кроме того, что нужно поддерживать все-таки чистоту, стараться не давать разрастаться сорнякам. На этом участке клумбы у меня это очень хорошо получается, потому что она ограничена с этой стороны террасой, а с другой стороны ручей бежит. Вот там вы видите туи, которые я посадила весной. Это уже граница. А за туями там сразу ручей. И поэтому сныть та же, да, или осот, или пырей, они вот с этих двух длинных сторон не могут заползти. Ни от соседей, ни от меня. Поэтому здесь легко поддерживать чистоту. А с этой стороны здесь посажены туи, которые создают тень, а растения не очень любят ползти в тень и в холод, поэтому вот в эту сторону они порываются заползти, конечно же. Я их тут обрываю, выпалываю, стараюсь не пускать их дальше. Местами у меня это не очень хорошо, я смотрю, получается. Вот проник здесь засланец. Вот. Но, в общем, нужно стараться, нужно поддерживать чистоту, тогда меньше будет потом проблем. Ну, а уж там как, знаете, получается, у кого как получается. Туи очень хорошо здесь себя чувствуют, очень хорошо растут, разрастаются. Поэтому я все более и более спокойна за мою живую изгородь, которую я посадила весной. Ни одно растение не погибло, в принципе, даже сейчас. Ну, если что-то вдруг пойдет не так, придется покупать уже большое растение и делать замену. Дырка же не будет такая некрасивая в живой изгороди. Придется с этим что-то делать. И что осталось мне вам показать? Осталось мне показать вам клумбу с другой стороны, вот эту большую. А так, в целом, как мои постоянные зрители знают, подписчики многолетние, самый красивый период в моем саду – это осень. Безусловно, это осень, потому что все растения вырастают в свою полноценную высоту. Композиция становится полноценной. Та картинка, которую я и создавала, которая была у меня в голове, она и получается почти везде. И очень много цветущих растений, которые, конечно, радуют глаз. Конечно, ранней весной здесь не так. И здесь ранней весной, это не сад ранней весны. И здесь не так все красиво, но все равно очень много цветов, очень много моментов, на которые можно посмотреть.
Ну вот я зашла в секретный уголок своего сада. Просто сейчас это очень сложно сделать. Нужно пройти между Пасконником и Астрой. А они проход скрывают. Это секретный уголок, поэтому и здесь цветут астры многочисленные. И самая красавица, самая королева моего сада – Малиния. Вот именно для нее здесь такое большое пространство, как будто бы оставили. Это огромная кочка зеленая. С каждым годом она все больше, больше и больше разрастается. И очень много соцветий. То есть любому растению, даже кажется какому-то там злаку, нужно пространство. Нужна почва для питания, большой объем. И солнце, солнышко. И именно здесь, вот в этом месте есть и то, и другое. Поэтому эта малиния самая шикарная. У меня их три получается сейчас, но это великолепно. И я говорила в прошлом году, что нужно бы ее разделить, но, честно говоря, не хочется даже вот тревожить такую красоту, лезть туда с лопатой и с топором, потому что просто это уже не выкопать. Тут нужна еще и дополнительная пара мужских рук для того, чтобы ее поделить. Но если ее поделить, то можно тут на штук 10 малини получить. Но поэтому я и не планирую покупку никаких новых растений. Я буду заниматься делением уже старых, разросшихся. И вот так выглядит площадка перед домиком с этой стороны. Уже почти ничего не видно. Хотя в августе еще была другая картиночка. И мне кажется, очень гармоничное сочетание. Очень красиво, нежно, воздушно. И по цветовой гамме тоже все приятно. И осталось посмотреть на гортензию. Посадка этой весны, пересадка. Вот как она окрасилась. У нас были вопросы, лаймлайт это или не лаймлайт. Пока что ответа нет. Один комментатор мне написал о том, что это лаймлайт, что у нее тоже такая и заявлена как лаймлайт. Пока что будем называть эту гортензию так, но где же лайм, хочется сказать. Она была белая, теперь она красилась в розовый цвет. Где же здесь зеленый оттенок, характерный для этого сорта? Но все остальное меня устраивает. Бешеный рост. Посмотрите, за сезон она выросла, потому что, опять же, хорошее солнечное местечко и очень крупные красивые соцветия. Меня это полностью устраивает. И место для нее здесь удачное. Пусть она здесь и остается. И пасконник с этой стороны выглядит так. И боярышник начал уже окрашиваться в желтый. Листья у него будут ярко-желтыми. И уже совсем скоро мы это увидим. И крышу домика мы отремонтировали. Так, мне сложно показать, но поверьте мне, там теперь все в порядке. И я могу спать совершенно спокойно, не беспокоясь, что домик наш гниет снизу. Он в полном порядке, он стоит на бетонных блоках высоко от земли. Сверху теперь он тоже под защитой новой крыши. И здесь жимолость, которая впервые в этом году цвела потрясающими желто-оранжевыми цветочками. И спирея, которая не так пышно цветет. И вообще здесь вот в этом уголке дальнем задвинута. Но зато она как бы... Ну вот никто этого не видит, получается. Но с этой стороны тоже получается хорошая композиция. И она не дает расти сорнякам. Она дополняет этот уголочек. Вот получается пасконник, спирея, жимолость. И здесь еще боярышник. И вот они здесь друг с другом хорошо сочетаются. Я надеюсь, что видео вам понравилось, оно было полезным. Вы не забыли поставить пальчик вверх и подписаться на канал Аленин Сад. А может быть, даже написали
комментарий. Желаю вам всего самого наилучшего и, конечно же, чтобы лето не кончалось, чтобы оно продолжалось и продолжалось. И в октябре я снова снимала видео про мой сад, одета так же, как и сегодня. Всего-всего вам счастья, здоровья, любви и очень теплой, приятной осени. Ну, потому что я знаю, что лето закончится.